сорт томата русский оранжевый. Посмотрите, какие красивые плоды, вообще красавец. Сердцевидная форма, ярко-малиновая верхушечка. Бывают более плоские, бывают вытянутые носики. Этот сорт среднего срока созревания. 85 дней проходит до сбора урожая. Высокорослый, высота куста 1,50 м, 1,80 м. Этот сорт выведен в результате скрещивания сорт русский 117 и Джорджия полосатая. Это первый сердцевидный биколор, который обладает лучшими качествами обоих типов. Помидоры крупные, весом от 200 грамм, могут быть и более. Вот у меня два томата весом 600 грамм, примерно 300 грамм один. Этот сорт устойчив к растрескиванию. И также, несмотря на неблагоприятные погодные условия, он всегда завязывает плоды. Русский оранжевый высокоурожайный сорт биколор с очень вкусными плодами. Вот так выглядит сорт в разрезе. У него очень тонкая кожица. И вот такая золотистая мякоть мраморная. И есть розовая серединка. Плоды очень вкусные и сладкие, немного фруктовым привкусом. Они очень мясистые и очень сочные. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплицах. И сорт салатного назначения.